Друзья, всем доброе утро, хорошего дня, отличного настроения. Мы с вами находимся на территории поселка подсобного хозяйства Минзак, где у нас сегодня состоялась разгрузка с запчастями, привезенными из Богдановича. И сегодня же я получил уже задание. Едем мы с вами сейчас в Алищево грузиться заморозкой на город Пермь. Представляете, сколько времени я уже хотел туда съездить. С одной стороны, вроде рейс короткий, не очень удобный в плане оплаты и в плане того, что дома уже долго не посидишь. Но я уже давно обещал попасть в Пермь и встретиться там со своим подписчиком. Если повезет, я пока, честно говоря, не знаю, в какое время я там буду, потому что не часто ездишь с Москвы до Перми. И сколько дают времени на дорогу, я знаю, что дают мало. То есть загрузка у меня сегодня до 23:00. А вот какое будет время выгрузки, это будет зависеть от того, во сколько меня загрузят и отдадут документы. Тогда уже пойдут песочные часы. Я мимо дома опять, как фанера над Парижем, пролетаю и еду в город Пермь. Ну что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Впереди у нас 48 километров. Выходим мы сейчас на Калужское шоссе. К сожалению, вчера заехал сюда, уже было поздно, и я просто не в силах был снимать. И сейчас будем выезжать, я вам еще покажу. Заехал-то я на одну территорию. Меня утром поставили на выгрузку, открыли ворота, подогнали, долго-долго стоял. Потом говорят, давай переезжай через дорогу на другие склады. И тут еще выезд такой. Нельзя с одного склада на другой сразу переехать. Надо сначала повернуть направо, потом задом отъехать, повернуть налево, заехать сюда в катакомбы. Ну и вот тут я уже показал, как еще пришлось маневрировать, чтобы в стену не въехать. Так уж вот тут устроены пандусы. Территория маленькая, все, как говорится, ограничено. И нам на фурах приходится здесь выписывать пируэты. Ну что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Все остальное я вам расскажу по дороге. Да, с виду вроде бы обычная разгрузка, подъезд к пандусу. Если не считать того, что кто строил вот так пандусы. Здесь чуть ли не в спичный коробок надо пройти. И это ко всему, к тому, что вперед фуру на полностью не вытянешь. Надо заезжать с тещиного угла под углом и выравниваться. Хорошо, полосы нарисованы. Но двери-то когда здесь надо держать открытыми, а они еще дальше отходят от фуры. Кто вот такие расчеты делал, я не понимаю. Заезжаешь и думаешь, оторвешь ты себе дверь или не оторвешь. И тем более в зеркало здесь видно только в сферическое. Ну и вдобавок ко всему, прицеп опустил до конца подушки. И все равно отбойники у пандуса гораздо ниже, чем мои. Хорошо, фонари не раздавил. Бампером уперся в резинку. Вот в таких условиях иногда приходится работать. Ну что, а вот со спутника на картах Яндекс.Навигатор наш маршрут выглядит именно вот так. Выйдем мы сейчас на Калужское шоссе, с него на 107-й, и по 107-й мы едем до РЦ «Лента», который находится в районе поселка Валищево. То есть ехать тут совсем недалеко, дорога вроде бы знакомая, так что давайте выезжать. Я вам сейчас покажу, как я сюда сегодня заезжал. Это было что-то. Ну, во-первых, сами видите, проезды здесь узкие, да еще вот машины наставят. Хорошо, хоть совсем не забили артерию, что не пришлось еще вот так между рядами выезжать. Одно только хорошо, вчера приехал, к воротам подъехал, проверили по документам, что у меня действительно груз сюда. Но вот на те склады, которые напротив нас сейчас находятся, почему-то там меня не стали выгружать. Может быть, места не было или чего. Сейчас. Ну, раз шлагбаум открытый, значит, выезжать можно свободно.
вот ворота на противоположной стороне дороги. И вот сюда сразу оттуда зарулить нельзя. Ну, по крайней мере, уже кто-то заруливал. И, видно, снесли то ли шлагбаумы, то ли ворота. Это мне охранники подсказали сразу. Ты давай вот так не езди. Запретили. И вот надо было сначала от, с тех ворот выезжать направо, задом отпячивать вот сюда. И отсюда уже заруливать на другую территорию, с которой мы сейчас с вами и выехали. Кстати, вот эта дорога, по которой мы сейчас едем, она тоже под знаком грузовикам запрещено. Для чего их вешают, если здесь расположены склады? Сюда всяко ходят фуры, даже вот контейнера таскают. Я не знаю, может быть, именно вот этот участок запрещен, где-то может есть еще заезд или выезд. Деревья, кстати, как низко висят, и уже вон ветки пообломали контейнерами, наверное. И по своей полосе, ну, никак не поедешь, ты сейчас соберешь всю вот эту зелень, хотел сказать, все вот эти ветки и сучки пообломаешь. Что-то грейдер здесь, а я вот и с фурами как разъезжаться, да? Блин, вот чуть-чуть зеркалами не разошлись, а уже машина идет вообще вдоль бордюра. Вот здесь детский садик, я смотрю, площадки. Все в такой экологически чистой зоне, в сосновом бору. Ну а слева у нас дачный поселок. Хорошо, все-таки навигатор вчера привел прямо по адресу. Иногда бывает, крутит, вертит. И когда уже и так нет сил доехать, да еще навигатор не туда. А, вот где. Вот где грузовикам-то у нас запрещено. Но я оттуда заезжал, мне надо на Калужское шоссе. Я смотрю, у нас и совочки тоже сюда идут. То есть вот этот участок именно закрыт для грузовиков. Ищите, говорит, пути объезда. Хотя бы показали, допустим, стрелка для грузовиков там налево. Ну, раз нету альтернативы, поедем здесь. Здесь буквально вот сколько? 2 километра, наверное, до Калужского шоссе. Так что уж один квартал проедем. Тем более я тут еду не один. Смотрю, вот сейчас дорога, да, по которой мы вот проехали налево-то была, она вообще тут в тупик, в какую-то стройку идет. И куда тут сворачивать? Вот это, конечно, непонятно. Знаки повесят, грузовикам запретят въезд. Ну или хотя бы написали так, что транзит, проезд запрещен, да. Хотя я не знаю, куда тут транзитом можно ехать, в какие тут заросли. Хотя тут, смотрите, коттеджный поселочек. Вроде так ничего, дачки стоят. Дачки, коттеджи, стоящие хоромы даже, если приглядеться. И заборчик, бетонный заборчик уже низковат, еще из профиля в 2 метра сделали. Плюс еще и колючий проволок. Я не знаю, тут территория какого-то охранного предприятия, что ли. Но нет, производства никакого не вижу. Все вроде частный сектор. Ну хотя, может быть, и какая-нибудь действительно какое-нибудь садоводческое, как это называется, кооператив какой-нибудь садоводческий. Возможно, и такое. Ну, а слева у нас промзона. Ничего тут за забором
не видно. Ну что, ждем мы своего зелененького. В третий прием заезжаем. Налево на Рославль, направо на МКАД. Москва. Центр. И вот именно отсюда, с Калужского шоссе, я сюда вчера и заворачивал. И заворот такой, понимаете, крутой получается туда. Там дорога-то и так узкая, и сразу знак. Грузовикам запрещено, 6 тонн на ось. Думаю, завернул, да еще куда завернул, в такую тьму тараканью. Думаю, сейчас тут так все узко, не развернешься потом, как выезжать. А смотрю, навигатор ведет туда. Думаю, ну ладно, раз ведет, значит поедем. Поедем до конца, осталось там каких-то 1,5 километра, которые мы сейчас с вами отмерили в обратную сторону. И слава богу, что, как говорится, не поддался мысли, что заехал не туда. По факту все правильно, по адресу привел у меня. Но и заезд-то здесь вот, считайте, с крайней правой, туда сразу не завернешь, даже если на дороге там на встречке никто не стоит. Мне пришлось аж чуть ли не с третьей полосы туда заворачивать. Ночью, темно. Так все-таки одним колесом внутренним на прицепе немножко облизнул я этот бордюр. Ну, благо он там невысокий, и я его прям краешком. То есть я не наехал, не пробил колесо. И тем самым не изувечил прицеп. Да, хоть шоссе и Калужское, но светофоры горят здесь что-то совсем уж мало. Ох ты, совочек, от тебя столько грязи летит. Но он-то в этом не виноват, у него просто 8 скатов сзади. И из-под каждого, считайте, все это поднимается. И сзади щит еще такой, борт высокий. Завихрение ветра, и одним словом, все это поднимается, вся эта каша летит в стекло. Может, мы сейчас по левой стороне обойдем? Мы, в принципе, легкие, нам в горку-то полегче будет, а он сейчас с гравием-то немножко подсядет. Красивые полоски. Главное, чтобы они горели по делу, а не так вот, когда едешь, а у него там светомузыка, и не поймешь, то ли он тормозит, то ли он поворачивает, то ли он что-то совсем другое собирается сделать. Так, у нас еще поворот-то будет через 4 километра. Так что нам надо прижаться немножко. Вот сейчас тормозит, да, она начала мигать. И сходиться, расходиться, в общем, всякими разными огнями. Хорошо, я согласен, на торможение это даже и лучше, чтобы твое внимание сразу привлечь. Ты тут забалдел, музыка какая-нибудь еще приятно играет, и ты сидишь, и вау, дискотека 80-х, да. Но когда ты просто едешь за фурой, да, и у ней вот эта дискотека не прекращается, и ты думаешь, ну нафига вот этот, как его назвать, кардебалет, что ли? Каким еще словом тут подобрать? Нафиг вся вот эта вот светомузыка нужна дорогой, когда все внимание должно быть на дорогу, а не на то, что он тут переливается разными огнями. Стоим на светофоре. Обратил внимание, смотрю, у нас тут рыбок очень много нарисован. Тут, наверное, тоже рыбный рай какой-нибудь, рынок, да, продают. А иначе я просто даже не знаю объяснение вот этим. А, или кафе. Да, он кафе, может, ресторан тут. Что-нибудь связано с рыбой. Сейчас будем проезжать. Дальше я немножко попробую посмотреть. Все, поехали или не поехали. А что такое? Все, аварийка. Вот. Моргает аварийкой, непонятно. А,
Моремания написано. Магазин-кафе. Ну, я так и подумал. Что-то с морем, что-то с речкой связано. Бедный голубь, чуть не в стекло. Дорожечки, как только появилась дырка небольшая в асфальте, и они сразу ее латают. Коллега на Вольво решил на Роснефть зарулить. Я тоже сначала хотел сюда переехать, но посмотрел, заправочка маленькая, территория небольшая, и встать там негде. А тут вдруг позвонил логистам. Я говорю, я разгрузился, мне куда ехать-то? Они говорят, двигайся в сторону Чехова. А потом, бац, я еще только собирался выехать, и уже переиграли на Валищева. Ну и тогда мне уже смысла здесь отстаиваться нет. Я сейчас сразу поеду на территорию. Ну а там буду ждать звонка. Раньше загрузят, значит, раньше выйду, позже, значит, позже. Но позже 23 уже, конечно, не хочется, это ночь. Организму хочется отдохнуть, а тебе будут звонить и говорить, заезжайте на загрузку. Решил я от совочка уйти с этой водяной извести. Которые взвеси, точнее, которые за ним поднимаются, да еще и с грязью. У меня и так-то мало из-за мерзайки. Кстати, поеду на Пермь, надо будет заехать в автосмак. Я в этот раз утром заезжал, а магазин был на перерыве до 5 часов 15 минут. Я 45 минут не стал, конечно, ждать. И вы сами знаете, я торопился. Но потом все решилось так, как решилось. И решилось даже очень неплохо. Разрешилось, точнее, перенесли мне выгрузку на утро сегодня, на 11 ноября. И я даже этому очень рад. И, честно говоря, я даже не ожидал, что именно сегодня загрузка будет. Я думал, ну, денечек сейчас отдохну, постою, все нормально, приведу себя в порядок. А хватит, нет. Но это хорошо, когда есть работа. Пусть даже такие вот короткие рейсы. Мне вот они даже жизненно необходимы для смены обстановки, для того, чтобы показать вам другие города. А то уже все приедается, да, по одному и тому же маршруту, по одной и той же дороге. А вроде ездишь и ездишь. И многие уже говорят, пора бы чего-нибудь новенького. Вот, пожалуйста, вам, друзья, как по заказу. Я логистам не звоню, не спрашиваю по поводу того, что дайте мне вот этот город, дайте мне тот, потому что все эти просьбы получаются то наоборот. Ты просишь дальше, тебе дают ближе. А теперь уж как судьба, как говорится, распорядится, куда дадут, туда и поедем. Лишь бы, как говорится, не стоять долго на месте, потому что пока мы стоим, колеса не вертятся, километры не идут, а это значит и зарплата не капает. Так, вот на этом светофоре, да, да, получается, на этом светофоре мы уходим сейчас налево. Но здесь, кстати, можно и с третьего и с четвертого ряда поворачивать. Мы зайдем с третьего. Нам с прицепом удобнее так будет зайти, чем... Что-то там какие-то терки-перки. Или, может быть, дорогу просто спрашивает, как проехать. Потом у меня мысль была, пока светофор ждем, мысль была заехать вот сюда, на нефтьмагистраль. Здесь вроде бы по Яндекс.Картам посмотрел,
Площадка большая, хотя тут одних надолбов наставили. И больно-то не развернешься, потому что тут еще и газовые колонки стоят, газовая заправка. Газовая. Так что тут тоже не вариант был постоять. И туда еще непонятно, как заехать. Отсюда повернешь налево, а с той стороны, там, не знаю, через сплошную, может быть, пришлось бы поворачивать. Но прежде чем искать стоянку, нужно обязательно позвонить диспетчерам, предупредить, что ты выгрузился. И, как сегодня и получилось, уже даже сразу дали загрузку. Да, здесь бы не получилось повернуть на эту магистраль нефть, потому что сплошная. А вот мы уже и на 107-й.